Добро пожаловать в Fortnite! В Fortnite у нас появился Халк. Ой, он очень огромный, это вообще жесть. Есть у него два стиля, бэкпак максимально странный. И кирочка, которую можно использовать в своей граффити, которая есть у тебя в игре. Если вы хотите купить V-Bucks, можете сделать через моего бота по эту гейм, ссылочка будет в описании. Там же можете посмотреть отзывы, отряд Fortnite, разные наборы, все можно сделать с помощью моего бота. На протяжении всего ролика вы будете видеть промокоды, чтобы бесплатно получить себе деньги на баланс, поэтому смотрите ролик внимательно и до конца. Желаю приятного просмотра, ехала. Охренеть, Халк такой огромный. Ну, кстати, Латухалочка сейчас будет такой нормальный. Блин, они какую-то обнову выпустили, где там пофиксили что-то, какие-то КД добавили. Здесь багов стало намного меньше. Это охренеть просто какая волына. Только эмоцию давай, блядь. Ебать, ты так много кого напугаешь, так страшно. Кстати, звук они до сих пор не пофиксили. До сих пор обоссанный звук у сундуков. Так, улучшение. Перезарядка. Давай автомат экономика, пусть будет. Тихо. Интофарик. Так, далеко не уйдешь. В кустах спрятался? Так, он в этих, значит. Жена, сколько далеко он ушел? Ух ты, блядь! Я очень много урона потерял. Что там, какое-то гамма-излучение? Что-то собиралось там. Короче, я чуть не сдох. Блин, вообще забыл, что в игре транспорт есть. Из арены просто забыл, что он существует. Ищейка и медуза. Лучше мне ищейка. Медузолов мне нахуй не нужен. Ух ты, блядь! Блядь, что-то дело пахнет цунами, подожди. Блядь! Сука! Что-то я на этот дробовик очень сильно надеялся, не переключаясь на ППшку вообще. Надо эту хуйню исправить. Подня Халк убил, спасибо. Свои, сука, гасят. Оп, тут кентик уже есть. Что он здесь забыл? Оп. Подожди. Извините за мою косовость с ним. Что-то там... Блять, эта гамма у меня... Она меня пугает, эта херня. Думаю, что у меня сейчас что-то взорвется, либо... Не знаю, короче, очень страшно. О, вот здесь есть вот такой вот интересный момент. И буду я полный отхил. Парящий спринт. Let's go. Так, все, не надо забывать, что мне как бы надо стрельнуть, переключить. А то хз, что-то очень тяжело на самом деле с этим Халком, блядь, как-то. Как будто вообще по-другому все играется. Вы посмотрите, реально, сколько экрана занято ебаным Халком. Погоди, там друг с другом, что ли? Блядь! Ебать, я застраиваться! Ну вы видели, что за хуйню я начал? Я начал застраиваться в режиме без стройки. Ай, ну долбоёб! Уважаемый, я слышу вас прекрасно. Далеко не убегайте, пожалуйста. Спасибо. На-на. Ух ты, блядь. Нормально. Я его туда херня сзади, этот план меня пугает. I see enemies. Пацаны. Пацаны, да я столько приехал. Ну, блядь, все уже без меня порешали. А мы сделаем вот так вот красиво. Будем с РПГ. Любитель кустик. Оп, слышу. Хорошо. Так, это бот. Тихо. Чуть не начал по нему шмалять. Вижу кента. Ну чё? Е-хей, бля! Ебать, ракета добила, которую я пульнул там 20 лет назад. Охуенно. Ах ты, блядь. Подожди, на. Ай, сверху там. Блядь, снайпнут же сейчас. Да иди ты нахуй. Где все лу... А, вот он в воде. Он как бы нам нужен. Я бы, конечно, вместо этой ППшки что-нибудь другое взял. Или попробовал бы взять. А, ну там кент. Ой-ой, подожди, вот здесь. Здесь у нас есть что-то. Перемещение пожилое происходит. О, enemies падает. Подожди, тогда мы сделаем вот так. Да как бы на суету эту влететь. Ну, по мне. Да? Блять, он прыгал? А, он на моцике. Я про мотоцикл вообще забыл. Стоп, у молота здесь три чаржа? Или я потратил и не заметил? Подожди. Блять, аккуратно. Оп, кентик. Извиняюсь. Ух, блять.
Я себя въебал. Было больно. С РПГ, конечно, круто выживается, но как будто опасно. Я как будто ограничен в своих способностях. Молот для мувмента вообще имба. Тоже выкидывать как будто нельзя. Блять, Гена! Гена! Гена, успокойся. Давай, энемис. Хорошо. Что там происходит? Дерево шатается. Что это, блядь? Конечный лук. Метка бури пусть будет. Что там произошло? Ну-ка, посмотреть быстро. Ай, блядь. И кто? Бля, давай попиздимся. А, боты с ботами? Тогда не буду вам мешать. Без проблем. Ой, ну там ебать мест. У чувака ХГ просто ебать имбалет. Надо попробовать, подожди. Механический лук. Блять! Ну ты, блять, пизда, пизда, пизда. Сука, нет, пизду эту ракетницу. Вот лук, я думаю, да. Лук будет более мобильный, чем РПГ. Ух ты. Блять. Я не знаю, как с этим дробовиком издеваться. Но как будто надо выстрелить, потанцевать, выстрелить. Странно, короче. А тут лама вообще-то была. И она рифтанулась. Let's go. Ебать, просто так. Так тупо выглядит Халк. На мотоцикле. А ну где там перестрелочки? Блять. Извините. Слишком громко просто тут пиздели. Я влетел в эту рэп-игру что-то быстро. Слушай, а где мотоцикл? Утонул? Блять. Бывает. Летный день дает возможность раскрывать дельтапан. Yes! Я наконец открыл этот имбовый перк. А ну. Там. Ну, здесь может быть. А, здесь тоже могу. Ебать. Что это за комбо? Помню, раньше в паблике была возможность раскрывать дельтик просто когда угодно. Там какой-то тест был. Вот это было просто охуенно. Я говорю, кента. Так, а я бы мотоцикл хотел взять. Отпушит? Пацанчика РПГ. Ух ты, блин. Вот, конечно, прикольно было очень. Блядь, не надо. Ну, бля, ну, конечно, ну, ты не... Ай, короче, пизду я тут. Без zero build пойду застраиваться, как кибершкольник ебаный. Типа, эта кирка так по-ебански на Халке смотрится. Просто посмотрите. Такой огромный, она такая маленькая. Это просто жесть. Так, я быстро влечу, да, пацаны? Опа, РПГ-шишка готова. А у меня дробовичок. Ох, белый, белый, блядь. Блядь. Обнова, через постройки не хуярим теперь. Хорошо. Блядь. Насуйте, давай спокойно. На въебучку. На въебучку второй раз. На третий раз. Мадам. Я мог оставить ее с ее же этой хуйней, но ладно. Вот, нормально сразу видно. Нормально в Fortnite что-то идет все как по маслу. Ну все, у нас сейчас вообще имба, шарики, молот. Все приколы. Правда, ресов нет. Наверное, главная проблема. Я думаю, ее тоже как-то надо быстро исправить. Да посмотрите просто, какой мувмент. По всей карте летаю. Шарики иногда, кстати, могут мне подруинить, поэтому... Аккуратно. Вот два шарика... Три шарика? Нет, два шарика. Блять, успокойся, все. С двумя полетим. Так, бро. Извиняюсь, мотоцикл остается у меня. Ой-ой-ой, вижу, 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 вижу. Блять. Ну ты хал, конечно. Блять. Скинчик модный, все модно. Что-то тупить немного. Ну нет. Я понял, что со мной хотят сделать. Так увидеть бы кента вообще. Там атака там. Где чел? Ладно. Пока что меня это особо не заботит. Так нелепо реально этот хал. Блять, ты сальто тоже спокойно сделаешь? Плюс-минус. Ух, ебать, тут гоночка какая-то. Подожди. Эй, бля! Да, нахуй. Так там суета двоих чуваков. Ладно.
Пока есть возможность, сделаю вот так. Большую банку, я не знаю потом, куда деть мне. Блять, шарики, шарики, шарики. Оп. Найс. Бро, что ты будешь делать? Умирать. Ну, красивый лут. Скоро нет. Блин, а почему мне реально, типа, без стройки было тяжело? Не понимаю. Когда наоборот должно все работать. Прогноз погоды, механический лук. Давай, похуй, прогноз погоды. Механический лук мне особо не нужен, а прогноз погоды будет приятно. Ты там до сих пор за зоной будут пиздиться? Снайп. Сижу. Блять. Да, блять, я же попал по нему, нет? Так, вот этот кентик будет, наверное... Так, не да, сейчас вот это... А они здесь. Да. Вот, шарик помешал. Успел? А он не сдохла, бля. Пизды не получил. Чем будем делать, мамбойс? Они ушла, по-моему. Да там кент ушел, походу. И бушку? Я могу полететь. Найс. Эй, лагаешь. Ну так нельзя. Риф. Ну. Да все, короче, успокойся, шарик, блядь. Сука. Сука. Нереальный снайп. Бля, она пропала. Не может быть такого. Это пранки какие-то, блядь, от ракомакафона. Что за хуйня? Так, чел сверху, подожди. У нас нереально опасная ситуация. Ну, блядь. Бля, игра говна просто. Ну, это пиздец. Сука. Я отрикошетился от пола, который меня должен был отправить вперед. Но почему-то потом он решил крутиться. Блять, странно, пиздец. Почему так происходит? Короче, мой вердикт. Халк визуально, конечно, выглядит прикольно, но максимально неиграбельно. Ну, что я сделаю вот так. Вот это хороший скин. Вы также можете приобрести эти скины, ребята, в задании Fortnite через моего бота по итоге. Ссылочка будет в описании. Помимо покупки в баксов, вы можете покупать гемы в Brawl Stars. Во многих играх, короче, можете покупать валюты. Все максимально четко. Отзывы там же будет в описании. На протяжении всего ролика вы видели промокоды, которые можете активировать и получить халявный баланс на по итоге. До удачи, всем пока.